Дзюдо в помощь греко-римской борьбе. С таким посылом в спорткомплексе «Новое поколение» в Ульяновске прошло первенство Приволжского федерального округа по дзюдо. На этих стартах, отмечают в региональном Минспорта, организаторы отрабатывают схему, по которой в июле проведут борцовские старты в рамках Всероссийской летней универсиады. Проводя такие мероприятия, мы получаем большой организационный опыт. Чтобы правильно выставить логистику для гостей, чтобы судейский корпус привозили, отвозили, чтобы охрана мероприятий, здравоохранение, все слаженно работали и отрабатывали уже все свои качества и действия к самому универсиаде. Более 500 участников – это новый рекорд окружного первенства для спортсменов не старше 15 лет. При этом не только количественно, но и качественно выросли юные спортсмены, констатирует тренер девичьей сборной Самары, участница Олимпийских игр Анна Сараева. Сейчас дзюдо прогрессирует, и на самом деле вот уже в этом возрасте ребята показывают такую технику, уже прям серьезную технику. Более 20 комплектов наград разыграли участники первенства Поволжья. Бонус к медалям – путевка на первенство России, которая пройдет в конце марта в Новороссийске. Одну из них получил Данила Мельников из Радищева, завоевавший бронзовую награду в весовой категории до 66 килограммов. Тренер, конечно, похвалил, но я недоволен. Я мог войти в финал. Мне кажется, что не хватило именно физической и профессиональной борьбы. Мало опыта, можно сказать. Вот Диане Алимовой хватило и сил, и опыта, чтобы выиграть состязание весовой категории свыше 63 кило. Самым тяжелым, по собственному признанию, получился полуфинал, в котором пришлось бороться дополнительное время. А решающий поединок обошелся без овертайма. Алимова – победитель первенства ПФО и участник первой сборной Приволжского федерального округа. Помогло мне сила воли, близких, родных, ну и поддержка тренера, который за меня все время воюет. Кроме того, серебряную награду первенства ПФО в копилку сборной области принес Александр Кулагин, а бронзовую – Полина Меркулова. В командном первенстве победили юноши Пензы и девушки Башкирии. Михаил Сашанский, Управда ТВ.